Дорогие друзья, всем привет! Я очень рада видеть каждого из вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина, и в этом видео давайте обсудим тему. Очень часто вы меня спрашиваете, какую же можно выпить таблетку, чтобы с потенцией проблем не было, чтобы с половым органом проблем не было, чтобы вот сразу, как по взмаху волшебной палочки восстановилась потенция, улучшилась либидо, повысилось качество сперматозоидов. Интересно? Давайте сегодня обсудим. Не переключайтесь. И обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И задавайте интересующие вас вопросы в комментариях. Ну что, друзья, действительно, когда у мужчины начинаются проблемы с потенцией, многие начинают искать волшебное средство. Как же быть в данном ситуации, да? То есть как вот утром ты уснул с проблемами с потенцией, а чтобы тебе проснуться, уже и не было никаких проблем. Так вот, друзья мои, я сразу хочу сказать, что такой супер волшебной таблетки не существует. Если ты надеялся в этом видео узнать название этой таблетки, я сразу говорю, ее не существует. Вот если вы посмотрите видео по бесплодию моей, там многие спрашивали, что мне выпить, чтобы забеременеть. Я всегда говорила, что такой таблетки не существует, что вот вы не можете забеременеть, и вдруг, да, злые врачи вам не говорят, что же за таблетка, потому что это какая-то тайна. И вдруг вот раз, и вы меня спросили, и мне вот вам жалко сказать, что это за таблетка. Просто ее не существует, друзья мои. И я всегда говорю, для каждого это будет своя таблетка, потому что у каждого из вас разные свои проблемы, почему у вас не получается забеременеть. То же самое и с проблемами с потенцией, с сексуальными дисфункциями. У каждого из вас своя причина возникновения импотенции. У кого-то это серьезнейшее воспаление, которое провоцирует воспалительный простатит, из-за которого может быть огромное множество различных сексуальных проблем, да, то есть сексуальных дисфункций. У другой части из вас это может быть застойные явления, да, которые уже лечатся совершенно по-другому. Там требуется вообще, да, и массажи, и двигательная активность, то есть улучшать кровообращение в целом. И там будете вы пить антибиотики или не будете, особо не играет роли. У третьей группы из вас вообще сексуальная дисфункция обусловлена психогенным фактором. И серьезно, есть какая-то психологическая травма, из-за которой мужчина не может нормально вступить в половой контакт. Это тоже лечится абсолютно по-другому. Поэтому каждому из вас нужно обязательно разбираться в проблеме. И вот опять же, волшебная таблетка есть, но не одна для всех, а для каждого это будет свой препарат, свой комплекс, который поможет справиться с проблемами с потенцией. Даже вот я часто говорю про то, что восполнение витаминно-минеральных дисбалансов, когда мужчина начинает правильно питаться, выполнять регулярно упражнения, да, соответственно, отказываться от вредных привычек, то есть выполнять все рекомендации, восстанавливать витаминно-минеральные дисбалансы и отказываться от употребления там алкоголя или курения, он уже ощущает потрясающие результаты, да. Это тоже важно, потому что витаминно-минеральные дефициты, неважно, зима, лето, весна, осень, безусловно, когда идет вот это вот, меняется климат и случается переклиматизация, конечно же, больше витаминно-минеральных дефицитов. Но, тем не менее, совсем в летнее время отказываться там от приема препаратов, потому что мы живем на даче, потому что у нас все натуральное, я бы не рекомендовала, потому что, как показывает практика, обычно у мужчин
после таких отдыхов проблема-то еще больше усугубляется. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. Восстанавливает потенцию, потрясающим образом влияет на твои, профилактирует, восстанавливает сексуальную функцию, профилактирует развитие сексуальных дисфункций, увеличивает либидо, увеличивает качество твоих сперматозоидов и уровень твоего тестостерона. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин D3, натуральный экстракт женьшеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Принимать по одной капсуле 2 раза в день, банки хватает на курс на месяц. Абсолютно уникальный натуральный состав, не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов, фенолов, которые негативным образом могут влиять на твои органы и системы. Поэтому мужскую мощь можно принимать длительно, на регулярной основе и ощущать самые хорошие результаты. Меня часто спрашивают, а сколько же длится курс? Вот мужская мощь, препарат. Я рекомендую 3-4 курса принимать, допустим, месяц отдохнуть, дальше продолжать прием. Можно и не прекращая. У меня есть пациенты, кто принимает, не прекращая мужскую мощь, и действительно ощущает очень хорошие результаты. То есть очень хороший накопительный эффект, очень хорошая профилактика развития сексуальных дисфункций. Можно принимать с 18 лет и до скольки угодно. И действительно, многие мне говорят, так вот эта волшебная таблетка укрепляет мужское здоровье, профилактирует развитие сексуальных дисфункций, даже потрясающим образом влияет на репродуктивную функцию мужчины, то есть улучшает качество сперматозоидов и повышает уровень тестостерона. Я рекомендую, ссылка будет в описании под этим видео. Подходит как для комплексного, добавки в комплексное лечение того или иного заболевания, так и с профилактической целью. Заказывайте, пробуйте и ощущайте эффект. Если же действительно проблема серьезная, вас давно мучают нарушения потенции, обязательно обратитесь к урологу, сдайте мазок, обязательно сдайте спермограмму, мазок на инфекции, передающиеся половым путем, спермограмму, обязательно сделайте УЗИ органов малого таза, предстательной железы, для того, чтобы понять, в чем проблема и куда нужно двигаться дальше, потому что часто самостоятельно вы эту проблему решить не можете. Ну а для комплексного воздействия поможет мужская мощь доктор Ольга Придухина. Ссылка в описании под этим видео.